Приветствую вас, господа и дамы, участники корпорации. В череду последних событий и проблем подняли тему по поводу использования иридиума, ну, его распределения внутри корпораций в виде поощрительных призов. На форуме уже поднят шум по этому поводу. Единственное, прошу вас послушать то, что там происходит, и поддержать нас. Также сможете пройти по ссылке, которая будет вам предоставлена на эту страничку форума, и оставить свои комментарии, поддержать эту тему. Да, то есть буквы новые, поэтому я их не знаю, а вы там уже запоминайте. То есть тут пиротехник пишет такой же темы: обновление корпорации, хотели бы вы изменить влияние корпорации в мире Star Conflict. То есть, такая. Друзья, уже много раз выходили обновления в нашей игре, и сколько бы раз они не выходили, как бы то ни было, игра все же больше рассчитана на сольное прохождение. То есть мы можем, не вступая в корпорации, проходить в те или иные задания, можем рандомно попасть в команду, сходить на БЗС или спецоперацию, или те же простые режимы, можем сольно проходить задания в ОМИ. Или же просто найти кого-то в локации, кто не откажется делать то же самое, что и вы. Тем самым корпорации и все, что к ним относятся на данный момент, подразумевают собой захват такого... Лёх, ты под каким ухом это все писал? Владение, которым само по себе особых каких-то преимуществ не дает. Да и пребывание в корпорации стало уж точно какой-то рутиной и не без нее. У тебя, блядь, пригорело. С этим надо что-то делать. Статус корпорации надо как-то поднимать. Путем предоставления каких-либо преимуществ. Блядь, Ленин на броневике. От присутствия в ней те самым повлечет пилота вступать в корпорации, не летать соло. Административный состав корпорации подстегнет на какие-то либо более обширные действия. Фух. Что предлагаю я ввести в первую очередь? Это пиротехник пишет. Это система званий и должностей корпорации. Глава корпорации, вице-президент, советник, командир флота, командник крыла. Блядь, ты чё? Лёша, не глумись. Сержант, офицер. Тем самым распределить какие-то либо обязанности между должностями. Чтобы пилоты знали, к кому обращаться за тем или иными вопросами, предоставив определенные полномочия главы корпорации. Да. Пункт первый. Нужно передать бонусы за владение секторами, сделать их более достойными. Сделать постоянные бонусы от владения сектора корпораций, вне зависимости, сколько им владеет корпорация, один день или более. Например, постоянный бонус к увеличению получения синергии за бой, или лояльности, или кредитов и тому подобное для всех пилотов, состоящих в корпорации. Это изменение подтолкнет пилотов чаще ходить на БЗС. Пункт второй. Ввести задание на повышение уровней или получение каких-либо деталей от кораблей или руды. Только для тех пилотов, которые состоят в корпорации. Тем самым это сподвигнет пилота вступать в корпорации. Пункт третий. Добавить бонусы за бои в ПВП, ПВЕ или кооп для пилотов, которые летают в зене или крыле. То есть, если вы собрали звено из ваших друзей, которые не состоят в корпорации, или же не состоят или же из разных корпораций, точки синергии, лояльности, фракции, кредиты, забой будут стандартными. А если вы собрали звено или крыло, состоящее только из членов вашей корпорации, то точки синергии, лояльности, фракции, кредитов будут выше. В каком-либо процентном соотношении, например, 3% выше, чем стандартный заработок. Это изменение будет заставлять пилотов держаться за корпорацией, стараясь собирать звенья только из своих пилотов, нарабатывая тем самым сигнальность. Ну, процент маловат. То есть тут не 3% надо, естественно, тут процентов 30, блядь, надо накидывать, чтобы была бы заинтересованность. Так, пункт там какой-то, четвертый. Ну и последним изменением хотелось бы добавить межкорпоративные турниры, сделать что-то наподобие СК-лиги, но только для корпораций, для участия в которой необходимо будет собрать не звено, а именно крыло, состоящее минус 10 челов. О, подчеркну, до 12 максимум для участия. Участвовать в турнире могут только пилоты корпорации, заявки в участии в турнире будут приниматься ежедневно и устраиваться будут на выходных.
Будут создаваться группы, из которых корпорациям нужно будет выйти в плей-офф, после чего в финале занять какое-либо место, соответственно, чтобы награда была ощутимой. Ну, с этим я согласен. Подразделять корабли стандартно 6, 9, 10, 12, 12, 17. То есть Т3, Т4, Т5. На данный момент. Данные изменения корпорации также будут давать пилотам корпорации повод вступать в корпорации, не меняя их, играть в звене. За победу в турнире давать корпорации победителю определенное звание для всех корпораций на протяжении недели. Если у вас есть какие-либо свои мысли, как повысить статус корпорации, может предлагать их в вопросе. То есть это вот сейчас я тоже то, что я сейчас вот это вот прокукарекал, Леха видится. Это Леша предложил. То есть сейчас есть тут ответ, не знаю, майора какого-то тут наемника. Это все с этого сайта. Я сейчас его тоже зачитаю. Так, мыслей было много. Много и разных. Но тут молчание разрабов. У них то ли времени не хватает, то ли желания нет. Делал разные предложения, но что-то нету никакого отклика. Не хватает ни корпоративных заданий, ни корп миссий и режимов. Ну да, в принципе, я согласен, что режимов ПВЕ мало, мало, катастрофически мало ПВЕ миссий. Их, блять, ну это я просто, Леша, я понимаю, у меня тоже нагорело, потому что ПВЕ миссии сейчас очень завязаны на выполнении заданий. И этих ПВЕ миссий, ну очень их, блин, их очень мало. Их бы раз в 10 было бы больше, было просто супер. Я думаю, многие обрадовались тому, что есть какое-то разнообразие. Не хватает уникальных скинов, званий, наклеек, пусть временных, не те, которые нигде, кроме, например, БЗС или других режимов, не получить. Направление корпоре сектора нужно работать, я бы сказал, что уже необходимо, ибо еще пару лет и никто не заметит, или все корпорации распустят. Да, с этим я тоже можно согласен. За время вот Леша тоже не даст соврать, сколько вот существует корпорация, у нас очень большая текучка, да. Ну и корпорации тоже как-то не особо замечают, и люди не особо стремятся к ним просто вливаться, потому что немногие корпорации помогают в развитии людей и там личностей, не знаю, поддержания какого-то просто общения хотя бы минимального. Я думаю, ребята, вы меня поддержите, да? То есть, ну, общение это само все, то есть получение информации, то есть поддержка пилота, да, то есть это корпорация сама должна поставлять именно эту инфу. То есть, ну, ты дальше в направлении конспекта, да, сейчас повторяюсь. Сейчас, если опытный пилот задаст вопрос, что корпорация дает при условии, что БЗС не интересен, да, не интересен, так написано. Ответ ничего, сегодня определенный, надо что-то делать. То есть вопрос я уже сегодня мы поднимали, да? Что такое БЗС? Да ничего, сейчас БЗС ничего не собой не представляет. Что такое корпорация? Дает присловие до БЗС, да? Да нифига. Корпорация сама по себе это ноль. Корпу унизили настолько, насколько вообще можно было унизить. То есть опустили ниже плинтуса. То есть Леха вот тоже соглашается со всем, что я вот только что вот человек рассказывал, и вот мы вот только что все это рассказали. То есть я прочитаю, конечно, согласен абсолютно, ведь по сути корпорации стали сами по себе не настолько посредственными, что кроме как выгнать пилота из корпы, уже никак не повлияешь. То есть, естественно, как можно на вас, ну, нагнут вас, как бы скажем так. То есть глава корпорации, в принципе, сопоставлен с пилотом. То есть здесь минимум, максимум, что и минимум, что я могу сделать, это вас просто выгнать с карпы. Ну, пойдете дальше. Ну, чем не изменится. То есть и страх того, что пилота выгонят из карпы, как бы по сути является единственной мерой воздействия на пилотов каким-либо действием. Я считаю, это не выход. Ведь кроме кнута должен быть и пряник.
Правильно. Это есть какие-либо бонусы, скины, наклейки, звания, само по себе поощрение пилотов. Это необходимо делать, корпорации оживут. Полностью согласен. Ну, тут, естественно, вот ребята соглашаются, что выгнать пилота из капы сейчас это даже не кнут. Он спокойно переживет без красивого тенга возле ника. На мой взгляд, пилот должен получать какие-то преимущества от нахождения в корпорации и ценить это. Бонус, чтобы он понимал, за что он это делает. Да, то есть в Карпе он должен Скорее получать какой-то всего, он это бонус, делает. там, то он пришел там за бериллием, то есть у нас есть сектора, единственное, каждый там, пускай там раз в 2 дня, он будет получать свои 20 бериллия на халяву, но он будет их получать. Естественно, Карпаузен это будет уже у него там требовать, там, товарищ Алексей там, да, или Сергей там, а почему у вас нету голосовой, блядь, программе? Ну и тому подобное. Вот у нас тут еще и Друше. То есть, в принципе, тут очень много комментариев и изменений. И, блин, ну вот я прочитаю от Друше, от следующего, от Друча, короче. Все вы его знаете, то есть по игре и по Стар-конфликту. Тут комментирует. Мне предложение автора темы крайне нравится, но не факт, что это следует ожидать в ближайшем будущем. Люди на данный момент просто не понимают, зачем им вступать в корпорацию. Слишком мало это дает. Им неинтересно. Ну, в принципе, дальше я тут читать не буду, потому что, ну, то же самое из пустого в порожнее. То есть, кому интересно, может почитать эту темку. Ссылочка уже имеется. Ну, в принципе, я так понимаю, что эту тему надо развить. Завтра там часиков 9 ожидайте эту тему в ВК у нас в группе. Не только ВК и не только тему. Ссылку и вместе с видео. Кто хочет посмотреть, кто хочет почитать.